Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами сайтом. Называется WebFlex24, где нам при регистрации дают бонус 5000 рублей. Регистрация здесь наипростейшая или через соцсети, или же я регистрировалась, прописывала логин, два раза пароль и нажала зарегистрироваться, ввела капчу и попала в кабинет. Мне начислили вот 5000 рублей, у меня бонусный счет. Значит, здесь у нас три счета. Ваш кошелек, бонусный счет, счет вывода, накопительный счет. Здесь еще много бонусов, помимо вот этих 5000. Значит, после регистрации попадете на страничку. Здесь сразу находится партнерская ссылочка. И здесь все можно прочесть. Здесь есть инвестиционная программа, рекламодателем, блогером, бонусы и задания. Значит, нажимаем инвесторам. И здесь показаны пакеты. У меня на балансе мне дали вот 5000 бонуса. И как я поняла, можно их вложить. Пакет номер 2. Значит, подробная характеристика по данному пакету. Суточная прибыль 1,9% на 6 месяцев. Давайте я закину сюда, попробую. Так. Счет, бонусный счет выбираю. И что? Купить пакет. Стоимость пакета, бонусный счет. Купить пакет. С бонусного счета вы можете приобрести только инвестиционный пакет номер 1. Вот так. Значит, я не смогу. Значит, давайте тогда выбрать пакет номер 1. Так, бонусный счет. Купить. Пакет приобретен. Инвестиционный пакет был успешно приобретен и активирован. Закрыть вкладочку. Все. Я приобрела. У меня денежки списались. Значит. И я буду ежедневно получать процент. Пакет 1, бонусный, возврат 15.05.2021 года. Вот как. Значит, здесь краткое руководство, это все читаем. Далее инвестор, бонусы. Здесь куча бонусов. Бонусная программа, бонус за подписку на сообщество. Читаем. Стоимость 100 рублей. Выполнить задание. Бонус за подписку на Telegram-бот. Нажимаем «Выполнить задание». Тоже стоит 100 рублей. Бонус за подписку на оповещение. Стоимость 100 рублей. Выполнить задание. Бонус за приглашение друга. Далее. Бонус за публикацию рекламного поста. Выполнить задание. Нажимаем «Стоимость 100 рублей». Видите, сколько бонусов? Бонус за публикацию рекламного поста. Стоимость 100 рублей. Выполнить задание. Бонус за лайк и комментарий. Стоимость 70 копеек. Это ВКонтакте. Выполнить задание. Бонус за репост 70 копеек. Также нажимаем «Выполнить задание». Ну и бонус за приглашенного друга в чат Telegram 20 копеек. Здесь статистика. Зарегистрировано партнеров всего 709 человек. Приобретено инвест-пакетов 512 штук. Оборот площадки, средняя ставка, срок, средний срок размещения 6 месяцев. Вот здесь можно поделиться в соцсетях, друзья. Далее что? Здесь блогеров. Также читаем всю информацию. Рекламодателем. Читаем всю информацию. Здесь новая рекламная кампания, как бы, и также это все мы смотрим. Вот такой вот сайт. На бонусные денежки
можно посидеть. Так, я хочу... Что я хочу? Я хочу пополнить на 50 рублей и закинуть сюда 50 рублей, чтобы мне шел также процент. Я рискую так, своими деньгами. Вы же работаете на бонусные 5000, потому что как проект себя поведет, сколько он отработает, я не знаю. Этих 50 рублей я закину на 12 месяцев. У нас в интернете ничто не вечно. Все когда-нибудь рано или поздно заканчивается. Только вот разобраться, как здесь пополнять. Так, купить. Выбрать. Так. Счет, кошелек. Не, надо как-то пополнять. Накопительные настройки. Здесь в настройках фамилия я не указывала. Ну, фамилия, имя можно как бы сохранить. И изменить пароль. Вот. Значит. А как пополнять? Инвесторы. Так. Купить. Ничего мне не покупается. Надо как-то пополнять. Сейчас разберусь. Вот здесь слева, справа, то есть, вот пополнить баланс, вывести средства. Значит, пополнить баланс. Выбираю Payer. Здесь вот платежек много. Так, сумма пополнения 50 рублей. Бог с ними. Так, сумма в долларах, сумма в рублях. Ага, здесь можно... Что? А ничего. Рубли. Ну ладно, продолжить. Перейти к оплате. Сейчас перебросить на Payer. Рубли. Подтверждаю. Опять подтверждаю. И я сейчас пополню на 50 рублей. И бог с ним, пусть у меня будет. Вот ваш кошелек, у меня 50 рублей. Иду сюда, покупаю первый пакет. Так, счет. А сумма 50. Купить. Так, все, я купила пакет за 50 рублей. Вот это бонусные я буду получать, и эти. Ну, вывод потом будет что выводить. Буду как бы проверять, естественно, на вывод. И в бонусах принять участие тоже дадут бонусы. Как бы можно приобрести, наверное, будет... пакет. Значит, на обработке тут ничего, на продлении все. И вот мои пакеты. Если вы решите приобрести какой-то пакет большими суммами, не рискуйте. Неизвестно, как себя поведет этот проект. Я рискнула 50 рублей. Мне их не жалко потерять, если что. Ну и бонусные денежки ставьте на депозит и получайте. Будет выводить, что пробуйте тогда выводить. И, естественно, я вывод денежных средств также проверю и запишу видеообзор. Ну и на бонусах, конечно, здесь куча бонусов, помимо этих 5000. Также можно получить бонусы и поставить на депозит. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!